Всем привет, ребята. Это я тут в окне, да. Что там в окне у нас? Темно. Вот. Я заболел. Я не знаю, какой ролик вы увидите первым. С Майнкрафтом, либо этот ролик вы увидите первым. Я не знаю точно, ребята. Но могу уверить то, что я заболел. И то, что у меня появляется второй канал, где я буду снимать игры. Ой, да. А на этом канале я буду снимать влоги, ребята, да. Вот. Короче, что я вам хотел показать? Я вам хотел показать свою коллекцию, чего у меня есть, чего у меня нету, что я продал, что я купил. Вот. У меня есть вот такой вот блокнотик самодельный. Я его сам делал. Вот. Тут типа листы срываются. То есть он на клею вот так вот. Тут он на клею. Вот такой вот блокнотик. Сделан из дневника, бумаги, картона. Все. Тут больше ничего не нужно. Да. Вот. Потом три части трех дневников. С белой полосой. Да. Все три части, вот они. Вот. Потом идут две части голубые. Мне еще одну часть надо сделать, но у меня пока что нет времени делать ее. Вот они. Вот такая. И вот такая. Вот. Я вам пытаюсь быстро показать, потому что я болею, и мне тяжело разговаривать. Я хочу, чтобы вы не страдали от моего такого голоса. Вот. Третий дневник. Темно-синего, то есть вот. Отличие колоссальное, да? Потом, что еще у нас тут? Второй дневник. Вот он, да, тоже. И первый, он, кстати, заполняется. Только этот пока что заполняется. Уже вот что записано. Дописано. Может, чего я вам показывал, чего я вам не показывал. Вот тут еще и планета должна быть. Это медальон, как вы видите, да? Наша вселенная у Койла называется Мулитен. Вот, и все вроде бы пока что. Потом есть сверхредкий зеленый. Это зеленый цвет, да, ребята. Вам, возможно, он черный кажется, но он зеленый. Бархатный. Бархат. Вот. Это типа вселенная нарисована. В чем эксклюзивность такого дневника? Тут картон очень толстый, а не то, что тут тонкий. Но он еще тут сделан на прошивке. То есть он прошит. Вот. Не приклеен, а прошит. Но из-за этого я неправильно склеил конструкцию. И мне пришлось тут заделать скотчем. Как и с другой стороны. Тоже тут скотчем сделано. Вот. Ребят, тяжело разговаривать, когда я болею. Этот дневник идет у меня на заказ. Я его уже сделал, я его должен продать, но пока что деньги несут. Не несут, вот. Потом у меня есть вот такой вот блокнотик, где я пишу свою жизнь. Личный дневник, в общем-то. Но я его не заполнял с прошлого года, декабря. Вот. Это книга, которую я читаю. Вот, прочитайте, интересная книга. И еще есть вот такой вот блокнотик большой. Я его доставать не хочу, так что да. Вот, сейчас я все это расставлю. Быстренько вот так вот. Хоп, 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 хоп. Потом там первый идет. Вот так. И вот так. Все. Я вам расставил. Вот. Вы меня спросите, что за у меня тут коробки? Эта коробка пустая. Но, кстати, интересно, тут конфеты были. Я из нее сделаю себе копилку. Но я вам хочу показать вот эту коробочку. Итак, листочек убираем. И, как вы видите, тут у меня много чего есть. Ничего нет. Это здесь беспроводные наушники, часы и беспроводные наушники. Не спрашивайте, почему у меня такой чехол. Там есть нож деревянный.
Вот такая миниатюрка, А11 лист. Вот такая. Это А10. То есть видите, да, вот такая А10 лист. Вот он. А это А9, как вы, наверное, уже поняли, да? Это А9. Там еще блокноты лежат вот там вот внизу. Но я доставать вам не собираюсь. Я вам просто так быстренько показать и доложить новую новость, то, что у меня вот появился новый канал. Вот. Тут тоже ничего нового. Там вот амулет такой, и амулет такой белый. Я им их потом вам поподробнее покажу. Но пока что еще не время. Вот, вроде бы все на этом. Итак, продвигаемся дальше. Последняя коробочка. Тут что вы можете увидеть? Конфеты. Да. Powerbank, он у меня типа... Ну вот зарядка есть, но он поломан. Вот эта вот часть, она не заряжает. Типа засовываешь, надо как-то двигать, он будет заряжать, но потом он опять перестает. Чехольчик на мой iPhone 7. А тут кошелек, денежки мои. Промолчу. Духим. Так. Я хотел бы все было поподробнее показать, но пока что я не могу. Вот там вот у меня закладки лежат. Вот закладки от чая. Вот. Много чего там лежит от подарков у меня. Я вам еще все подарки свои покажу, которые мне подарили, которые мне не подарили. Вот. Ребята, да. И на этом вроде бы все. Да? Вот. Ну что, какая новость? У меня, короче, появился канал. Да, у меня появился канал, ребята. И что еще вам хочу сказать? Я оставлю ссылку. Ссылку в описании на мой канал. Переходите, там будут скоро ролики выпускаться. Возможно, тот ролик по Майнкрафту, который у меня выйдет, он будет там. То есть и на этом канале, и на следующем канале. Вот. А на этом все. Будем прощаться. Всем пока.